Жители Бердска, особенно частного сектора и проживающие в садовых обществах, в качестве обогрева используют печное отопление. Вот только по информации ОНД города, не всегда горожане используют его согласно правилам. Это приводит к пожарам, иногда с летальным исходом. Так, только с начала нынешнего года было зафиксировано 7 пожаров при неправильной эксплуатации печного отопления. В трех случаях эксплуатация печного отопления с несоответствующей разделкой, а это несоответствие от расстояния от внутренней части дымовой трубы до горючей конструкции перекрытия, которое при закрытой разделке должно составлять 38 см, а при открытой разделке 50 см. В двух случаях причиной пожаров послужила эксплуатация неисправных печей и оставление топящихся печей без присмотра. В двух случаях также послужило возникновение пожаров нарушение правил при утилизации золы, которая не была, согласно правил, пролита водой и не утилизировано специально отведенное место. В отделе надзорной деятельности Бердска напоминают, что нарушение правил эксплуатации печного отопления, приведшее к пожару, несет за собой как административную, так и гражданскую ответственность. Так, по статье 20.4 части 1 за нарушение требований пожарной безопасности на граждан предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей. В случае, если повреждено чужое имущество, то штраф составляет от 4 до 5 тысяч рублей. Если чужое имущество повреждено и повлекло ущерб более 250 тысяч рублей, то возникает уже уголовная ответственность по 168 статье Уголовного кодекса. Как отметил Николай Степаненков, не стоит эксплуатировать печное отопление при имеющихся неисправностях. Ни в коем случае над топящейся печью нельзя сушить белье и поручать топку печей несовершеннолетним. Принимая во внимание все правила пожарной безопасности, вы сохраните не только свое имущество и имущество других граждан, но и жизнь.